Ивановский зоопарк нуждается в помощи. В жару животные требуют особого постоянного ухода. Нагрузка на работников зоосада увеличивается в разы. Кроме того, есть другие текущие дела, справиться с которыми без посторонней помощи крайне сложно. Руководство зоопарка бросило клич на просторах интернета. Ищут неравнодушных ивановцев, группы волонтеров, которые помогли бы работникам в приведении территории в порядок. А заодно можно погулять по зоопарку и познакомиться с его обитателями. Нужна волонтерская помощь, групповая, не поодиночке групповая, чтобы мы могли попросить данных людей полностью полить территорию зоопарка, потому что просто не успеваем физически, еще говорю, что людей не хватает. И, соответственно, нужна мужская сила, чтобы успеть в вольер для белых львов занести песок, который привезли, тоже мы не успеваем. Поэтому будем рады такой помощи.